Кто из вас принимает основные решения? Ну, на самом деле, серьезный вопрос. Вместе? Вместе. Вместе, да. То есть у нас нет такого, что я там принимаю 50-50. Те решения, в которых Денис не согласен. Нет, мы все обсуждаем. И то... Самое романтичное свидание. Для меня, наверное, 8 марта, когда... Африка. Нет, на арене. На Ледовой. А у тебя? А мне, наверное, Африка. Ну нет, арена тоже. Арена, да? Да, 8 марта. Оксана, муж советуется с вами по гардеробу, стилю одежды. Он не может трусы без меня выбрать, это не шутка. Говорит, кар-кар, посмотри, как мне идет, можно такое одеть? Да, кого мне спрашивает? Ну еще и Ариэлу спрашивает, Лею тоже. Кто из вас самый романтичный? На самом деле, никто. 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 Мы не особо-то романтичные. Нет, ну мы, конечно, мутим иногда всякие романтичные свидания, но так... Редко, но метко. Редко, но метко. Кто первый приходит мириться? Но мы как-то особо не ссоримся. Не, ну если бывает, то ну, тот, кто накосячил, тот и мирится. Да. Да. Обычно это кара. Что это дело? Он ушел. Он ушел. Больше никаких вопросов. Но я разведу его на второй раунд.